Не уверена, что он добрый, Ирина Анатольевна. Ой, не пугайте. Что уже случилось? Зайдите ко мне в кабинет, нам нужно серьезно поговорить. Да, конечно. Только сейчас вещи в учительской оставлю. Я жду. Хорошо, Елена Юрьевна. Что-то не нравится мне это все. Капец, наша училка в интернете. Я в шоке. О да, все благодаря Кириллу. Девочки, это случайно вышло, я же объяснял. Вы заметили, сколько уже просмотров под этим видео? Как думаете, Ирина Анатольевна в курсе, что она теперь популярная? Без понятия, но лучше, чтобы она это не видела. Почему? Как по мне, тут ничего такого нет. Розовые волосы, кепка, странное поведение. Ты серьезно? Окей, может чуть-чуть, но в целом... Короче, в присутствии Анакондовны ведем себя, как будто ничего не было. Всем ясно? Ты правда считаешь, что у нас получится? Надо стараться, так безопаснее будет. Согласна. Девочки, чего вы боитесь? Я не пойму. Кирилл, если Ирина Анатольевна это увидит, она первым делом захочет выяснить, кто это сделал. Угу, мы, если что, за тебя переживаем. Угу, и за себя. Вряд ли Ирина Анатольевна будет разбираться. Блин, простите, но я честно не хотел. Все, проехали. Рано паникуем. Ничего еще не произошло. Надеюсь, и не произойдет. Ой, Кирилл, не можешь ты по-нормальному. Заберите, Елена Юрьевна, не могу на это смотреть. Да ладно. А что не так? В школу вы можете приходить в таком виде, а смотреть на себя не можете. Ну, Елена Юрьевна, ну, пожалуйста, хватит! Ирина Анатольевна, вы понимаете всю серьезность данной ситуации? Конечно, понимаю. У меня телефон с самого утра не умолкает. Все спрашивают об учительнице с розовыми волосами. Елена Юрьевна, ну, может, вы преувеличиваете? Ну, кого заинтересует такое? Ну, посмотрит, может, там максимум человек 100. Какие 100 человек? О чем вы говорите, Ирина Анатольевна? Здесь уже около миллиона просмотров. Как около миллиона? Елена Юрьевна, да перестаньте, ну скажите, что вы шутите. Если бы, Ирина Анатольевна. О, божечки, что ж теперь делать? Не знаю, Ирина Анатольевна. Ситуация очень сложная. Если это дойдет до руководства, то... Меня могут уволить? Да? Слушайте, давайте не будем забегать наперед. Идите, готовьтесь к уроку. Как скажете. Странно, звонок уже прозвенел, а Ирины Анатольевны все нет и нет. Может, что-то случилось? Девочки, да хорош вам драматизировать. Проспала она, по-любому. Анакондовна, проспала? Ты сам-то в это веришь? Ну, а чё нет, всякое бывает. А что, если она посмотрела видео, и теперь ей стыдно приходить в школу? В принципе, логика в твоих словах есть. Ну так всё, сидим, пойдемте на разведку. Куда? Ну, я не знаю, в учительской, может быть, посмотрим. Или у директрисы спросим. А что, неплохая идея. Мне тоже нравится, вперед. Ирина Анатольевна, мы вас идем искать. Немедленно сели на свои места. Ну, и кто это сделал? А вы сейчас о чем? Да, мы сейчас совсем вас не понимаем. Хватит притворяться! Отвечайте! Я жду. Ирина Анатольевна, вы хоть намекните. Я говорю про видео. Кто его залил? Вы сейчас про какое видео спрашиваете? Ой, вот только не надо делать вид, что вы не понимаете. Вы хоть понимаете, что вы натворили? Меня из-за этого уволить могут. Уволить? Вы сейчас серьезно? А по мне не видно? Признавайтесь, чьих это рук дело? Молчите, да? Ну и ладно. Спасибо вам, ребята.
Ого, я анаконду давно такое никогда не видела. Не ты одна. Вот это жесть. Ребят, нам срочно нужно что-то придумать. Девочки, я сейчас пойду и честно во всем признаюсь. Ну, не хочу вас подставлять. Ну пойдешь ты, признаешься. И что дальше? Это ей никак не поможет. Соня права, не выдумывай. Сиди на месте. Нет, я так не могу. Кирилл, не горячись. От того, что ты признаешься, никому лучше не станет. Ну не скажи, вы будете в безопасности? Нет, здесь важно другое, а именно помочь Ирине Анатольевне. И как мы это сделаем? Может, поговорим с Еленой Юрьевной? Да ну, мне кажется, вряд ли это что-то даст. Получается, в этой ситуации мы бессильны. Слушайте, а что если снять еще одно видео с анакондовной? В смысле? Ну смотрите, она снова наденет парик, кепку, а потом в кадре снимет это все. Я что-то пока вообще не улавливаю. После этого анакондовна скажет, что это якобы была шутка и... И все поймут, что она нормальная. Бинго! Да, в этом что-то есть. Еще бы. Короче, не теряем времени, бежим к анакондовне. Угу. Блин, так непривычно на нее такую смотреть. Ничего, сейчас мы ее обрадуем. Ирина Анатольевна, а мы к вам с хорошими новостями. Знаете, от того, что я узнаю, кто это сделал, ничего не изменится. Нет, вы не так поняли. Мы пришли не признаваться, а то есть... Еще лучше. У нас есть план, который восстановит вашу репутацию. Я вас внимательно слушаю. Вам необходимо записать еще одно видео. Вы издеваетесь? Нет, ни в коем случае. В нем вам нужно объяснить, что предыдущий ролик был шуткой. Люди должны увидеть, что вы адекватная. Ну, в хорошем смысле. Ну, не знаю. Ирина Анатольевна, соглашайтесь. Это единственный выход. Ладно, давайте попробуем. Кто будет снимать? Я могу. Хорошо, я готова. Подождите, стойте, нет. Что такое? Вам нужно надеть парик и кепку. Это еще зачем? Так надо, вы это все наденете, а потом в кадре снимете. Со словами, что это был спектакль или что-то типа такого. Я поняла. Хорошо. Надеюсь, что это сработает. Сработает, не переживайте. Дайте мне несколько секунд, чтобы подготовиться. Без проблем, мы за дверью подождем. Так. Ребята, а как насчет текста? Блин, точно, еще ж текст какой-то надо придумать. Да расслабьтесь вы, на месте разберемся. Согласен, тоже мне проблема. С чего начнем? Кирилл, доставай телефон и включай камеру. Так, а мне что делать? Ну, вы говорите, привет, гайс, я та самая училка с того видео, помните меня? А дальше? А дальше мы подскажем. Ну, в таком случае, приступаем. Поехали. Привет, гайс, помните меня с предыдущего видео, я та самая училка? Записываю для вас новое видео, чтобы сказать, что вы все неправильно поняли. На самом деле, я адекватная. Все то, что было в предыдущем видео, нужно воспринимать как розыгрыш. Я еще раз повторюсь, я адекватная. Вот смотрите. В общем, прощайте. Цём-цём. Как по мне, вышло что надо. Серьезно, да? Угу. Сейчас Кирилл выложит это видео в интернет и ждем реакцию. Фух,
Волнительно, конечно, все это. Перестаньте, Ирина Анатольевна, вы были на высоте. Правда? А то. Ой, ребятки, спасибо вам большое. Ну все, свою задачу я уже выполнил. Ролик в интернете. Не за что, Ирина Анатольевна, обращайтесь. Мы, наверное, в класс пойдем к литературе готовиться. А знаете что? Можете идти домой. Я вас отпускаю. Ура! Идите, собирайтесь. Наверное, я пойду. Репутацию восстановили, нужно отдохнуть. Ирина Анатольевна, что это такое? Вы записали второе видео, вы в своем уме? Как вам такая идея в голову пришла? Походу, что-то пошло не так. Елена Юрьевна, я сейчас вам все объясню! What you want to, please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you, pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with